В конце февраля, начале марта старейший дворец спорта Нефтеюганска планируют открыть для посещения. Ремонт вышел на завершающий этап, почти все работы уже выполнены. Вот так сейчас выглядит сибиряк внутри. Закрыли его, напомню, еще в 2016-м из-за того, что состояние кровли признали предаварийным. После экспертизы начались проектно-изыскательские работы, куда включили не только замену крыши, но и капитальный ремонт всего сооружения зданию 40 лет. В первую очередь нужно было достичь соответствия требованиям пожарной безопасности, а также фильтрации воды. В 2019-м начался ремонт. На сегодня модернизирована система вентиляции, освещения, обновлены спортивные залы и оба бассейна. Спорткомплекс ждет оборудование, хореографические станки и зеркала, коверы и спортивную дорожку, баскетбольные сетки. Как раньше, там будут проходить тренировки по 5 спортивным направлениям – акробатике, художественной гимнастике, баскетболу, дзюдо и плаванию.